Разрешено ли совершать малое омовение в голом виде? Прикрытие тела, прикрытие половых органов не является условием действительности малого омовения. То есть во время принятия душа или же совершения обязательного ритуального купания в голом виде совершать омовение не запрещается, и такое омовение будет действительным. Согласно сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, человек, который намерен совершить ритуальное купание, ему является желательным сначала совершить омовение, а потом совершить ритуальное купание. Но при этом необходимо учесть следующее. Прежде чем совершить малое омовение, необходимо очистить область вокруг половых органов для того, чтобы исключить прикосновение ладонью во время ритуального купания, ибо при этом нарушается омовение. Что касается оголения половых органов вообще в уединении, то это запрещено без хотя бы малейшей на то причины. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.